Давно я здесь. Уже год. Хелен Талетт, детектив Шепард, какие у вас были отношения с отцом? Прекрасные. Не верю, что он мог покончить жизнь самоубийством. Я должна узнать правду. Сначала я думала, что это галлюцинации, следствие полученной травмы. Но они реальны. Это заблудшие души, которые не могут попасть в иной мир. Чем дольше они на Земле, тем опаснее. Вы помните, кто здесь жил до моего отца? Ходила тут одна легенда. В этом районе пропадали дети. Я только слышал, что их забрал человек с мешком на голове. Сакхэт. За этими исчезновениями стояло что-то потустороннее. Дети называли это существо. Сакхэт. Мой отец пытался остановить его. Эти дети – порождение дьявола. Дети тьмы. В кино с 1 сентября.